Семья Ангарбековых увеличилась сразу на 3 человека – Фариза, Айзере и Айганым. Новорожденные, как капли воды, похожи друг на друга. Мать девочек признается, что уже после первого УЗИ знала, что ждет тройню. И несказанно радовалась предстоящему появлению на свет сразу 3 дочерей. И благодарит всех, кто поддерживал ее все это время. Хотелось бы выразить глубокую благодарность всему личному составу данного ОПЦ номер 1. За такой профессионализм, доброе, нежное такое отношение к детям и к роженицам. Тройняшки появились на свет 5 ноября. Роды были осложненными, говорят врачи, так как срок беременности у роженицы составлял всего 33 недели. Сейчас малышам ничего не грозит, и они готовы отправиться домой. Сейчас они развиваются очень даже удовлетворительно, хорошо, вес набирают. Мама нам научилась ухаживать за детьми, кормить их. Очень хорошо. Мама у нас очень грамотная, умная, любит своих детей, дети ее любят. Ну, для нас это радость. Уже сегодня тройняшки окажутся дома. За Фаризой, Айзере и Айганым приехал глава семейства Берик Ангарбеков. В родильном доме им вручили долгожданные свидетельства о рождении и поздравили родителей с таким редким, но счастливым событием. Кто